Всем привет, с вами ваш переводчик Аслхан, и сегодня у нас Габриэль Лима, преподаватель по вокалу из Аргентины, и это его первая реакция на Димаша. Также не забываем подписываться на наш телеграм-канал, там я публикую все запрещенные реакции и заставки. Ссылка будет в описании. Всем приятного просмотра. Привет всем, меня зовут Габриэль Лима, я преподаватель по вокалу, и сегодня у нас будет анализ и реакция на певца, которого зовут... Димаш Кудайберген. Извиняйте, если я произнес это неправильно. Он будет петь песню... S.O.S. Насколько я знаю, это казахский певец. Также мне известно, что он обладает безупречной вокальной техникой. Он такой молоденький. Ух ты! Он начал таким фортепианным звуком, с небольшим количеством воздуха, от средней до высокой тональности. И я скажу, что для начала песни это было очень деликатно. Какие красивые высокие ноты, так нежно. Он прошел целых две октавы. Впечатляюще. И это легкость, с которой он это сделал. Две октавы. Это ж поразительно. Нота фа диез 5. Он спел ее, как два пальца об асфальт. Еще и с лирической фразой, которая была спета, словно женским голосом. Какой прекрасный звук! Как же это сладко и как раскрепощенно! Это была такая же нота фа диез 5. Но вот что отличает настоящего певца, который безупречно владеет своим голосом. Ведь стоило ему спеть эту ноту немного головным голосом, и получился совершенно другой звук. Выше всяких похвал. А здесь мы слышим, что он уже поет более глубоким грудным голосом. Я бы сказал, более разговорным голосом. Этот смешанный голос. Безупречный. Такой непогрешимый. В этой строчке он перешел с грудного голоса на смешанный голос. Это же нереально. Просто фантастика. Открытие рта. Такое полное. Такое свободное. Без напряжения. Ни капельки сжатия.
Только что он взял ноту Си-5. Ноту Си-5. Он уже почти на 6-й октаве. Я ошарашен. Нота Ми-6 – это же свистковый тон. По мировым стандартам нота Ми-6 – это свистковый тон. Йогурт мне в рот. Свистковый тон. Вот так просто, так легко и так чисто. Это красота. Это красота, которую можно услышать. И у него такая интерпретация. Он так хорошо истолковывает эту песню. И правда в том, что до этого момента я даже внимания не обращал на слова этой песни, потому что я просто не мог. Нет, 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 вот это динамика. Что мы здесь только не слышали? Форте, меццо-форте, пиано и пятое и десятое. Но это только цветочки, потому что он еще поет всеми возможными регистрами. Он пел грудным голосом, смешанным голосом, головным голосом, фальцетом. Он использует все и меняется каждую секунду. Вероятно, он много работал над этой песней, поэтому все так чудесно. Извините, извините за паузу. Только что он исполнил это мужским лирическим голосом. И эта строчка была просто... офигентарная. А потом он взял и перешел в микс. Лирический голос, 100%. Ребята, это что ж такое творится? Нет, 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 нет. Нота Ре-6, но там еще этот внезапный радиоуправляемый мелизм, который мне раньше не доводилось слышать. Я такого раньше не слыхал. И вот эти переходы, что он делает. Я не только о динамике, я об атмосфере в целом. Он настолько в этой музыке. Чудесно, волшебно. Вау, вау. Вставайте, люди. Турундор. Нет, нет, нет. Чудесные и удивительные. Контроль. И это легкость. Это труд и природный талант. Но сколько тут не тренируйся. В нем есть что-то такое, что передалось ему вместе с заводскими настройками. Невозможно объяснить эту сладость. Этот сладкий вкус его голоса.
Увлекательно то, что он охватывает все динамики и все регистры. Пианиссимо. Пиано. Mezzo forte. Forte. Fortissimo. Голосовые регистры. Грудной голос. Смешанный. Головной. Фальцет. Свисковый тон. Всем спасибо за внимание. Давайте все дружно подпишемся на Габриэля. У него всего лишь 20 тысяч подписчиков. Я думаю, он заслуживает большего. Не забываем про наш телеграм-канал. Всех люблю, всех обнял. Пока!